нормы двух-трехдневной давности. По осмотру глаз у нас под удаление. Вот. И расщелина мягкого неба. Там все загноилось. Будем лечить. Доброго здоровья, друзья! Сегодня я расскажу вам о трех мурчащих страдальцах. Астрикс. Его нашли возле магазина. Сбитого, непонятного. Да вы сами видите, в каком ребенок состоянии. Это чудо, что он вообще жив. Выбит глаз, разорвано небо. Бедный ребенок, я не знаю, что с ним случилось и почему, но ему досталось просто страшно. С такими травмами не выжить одному, не выжить в природе, не выжить. Астрикса прооперировали, удалили глазик. Котику удалили глазик. Также была небная расщелина на твердом небе. Ну, мы не увидим сейчас. Ротик он не особо дается открывать, ему больновато. Зашили твердое небо. Ну и, в принципе, все. И что потрясающе, ребята. Подходишь к нему, он начинает мурчать. И вот это мурчание, оно так трогает душу, что просто, ну никакое сердце не выдержит, слушая, как искалеченное животное поет, успокаивая и вас, и себя. Наши инвалиды, друзья, когда мы рассказываем о них, это ведь крошечный шанс найти новый дом. И я прошу вас, мои хорошие, делитесь нашими роликами. Нам надо рассказывать, потому что инвалиды копятся. Ребята, сегодня опять нашли ребенка на дороге, изуродованного, сбитого, искалеченного, переломаны передние лапы, сломан позвоночник. Но надо делать КТ, чтобы понять, есть ли шанс спасти. Но об этом другой ролик. Ребят, мы отзываемся как можем. Арчи Рыжик, он очень сильно застужен. Лапа вырвана из плеча. Она висит у него на одной шкуре. Мы бы уже давно его прооперировали, ребят, если бы позволило его дыхание. Мордаху сними, что он вообще никак не реагирует. Отсутствие глубокой болевой чувствительности говорит о повреждении неврологического характера. ГБЧ отсутствует. Скорее всего, плечевое сплетение, разрыв нервных тканей. Вот. Ну, лапа под ампутацию здесь. У кота с этой лапой беда уже давно. Она уже высохла. Это не неделя и не две. В стационаре он не нуждается. Лучше пусть он, как лапу ампутируем, 3-4 дня побудет в стационаре. А сейчас смысл. Он очень тяжело застужен. И только-только начинает приходить в норму. Еще от силы несколько дней, и мы сможем дать ребенку наркоз и привести в порядок его лапу, его состояние. Арчик, рыжий кот, мурчащий, красивый. Глаза, когда в душу смотрит, просто как ребенок, знаете, такая тоска, такая боль и аж мурашки по коже. Когда им больно, они очень внимательно смотрят. Причем не отводят взгляд, они смотрят вам в глаза, смотрят прямо в душу, в сердце. Подросточек маленький, которого лапка болтыхалась. Слава Богу, Таврика прооперировали, и ему стало легче. Вреднючий. Ребенок есть ребенок. То, что лапка болит, вскрикнет, мявкнет, и дальше все равно пытается куда-то идти, куда-то спешит. Если не болит, значит, можно наступить на больную лапку. А наступил... замурчал. Вот такое у нас дитё. Ребята, это всего 3 котёнка. Хотя котиков у нас очень много.
У нас есть и лейкозники, у нас есть красивые взрослые коты, чипированные, привитые. Друзья, нам так нужна ваша помощь. Просто безумно нужна ваша помощь в пристройстве. Может быть, у кого-то есть один котик. Друзья, подумайте о том, чтобы взять второго. Во-первых, это для животных общение. Им не хватает нашей ласки, как бы мы их ни любили. В природе все должны быть парами. А кошки, они живут и стаями. Мои хорошие. Этот ролик о кошках. Об этой поющей, мурчащей боли. И только от нас с вами зависит, какая судьба их ждет. Сейчас мы прилагаем все усилия, все вместе, чтобы их спасти. И я вам так благодарна. Всем сердцем, всей душой. Господи, люди милые, вы не представляете, какие вы замечательные, замурчательные. Вы просто хорошие. Спасибо за то, что вы рядом. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо вам за то, что лохматая душа жива. Жива благодаря вам. Спасибо вам.